I don't want to set the world on fire. I just want to start a flame in your heart. In my heart I have but one desire, and that one is you. No other will do. I've lost all ambition for worldly acclaim. I just want to be the one you love. And with your admission that you feel the same, I'll have reached the goal I'm dreaming of. Believe me, I don't want to set the world. Война. Война никогда не меняется. С самой зари человечества, когда наши предки впервые взяли в руки камни и палки, кровь лилась рекой во имя чего угодно, от Бога и справедливости до банальной ярости психопата. В 2077 году, после многих тысячелетий вооруженных конфликтов, разрушительная природа человечества не смогла дальше сдерживать себя. Мир оказался ввергнут в гиенну атомного огня и радиации. Но это был не конец света, как предсказывали некоторые. На самом деле, апокалипсис стал всего лишь прологом к очередной кровавой странице истории человечества. Ибо хотя люди и преуспели в уничтожении мира, война не меняется. В первые дни тысячи людей спаслись от ужасов Армагеддона, укрывшись в гигантских подземных убежищах. Но когда они вышли наружу, их встретил лишь выжженный ад пустоши. Всех, кроме жителей убежища 101. Ибо в тот день, когда небо пролилось огненным дождем, огромная стальная дверь убежища 101 закрылась навсегда. Это здесь вы родились, и здесь же и умрете. Ибо в убежище 101 никто не войдет, и никто не выйдет. Ну-ка посмотрим, ты мальчик? Или девочка? Мальчик? Мальчик. Кэтрин, у нас сын. Прекрасный, здоровый сыночек. О, Джеймс. У нас сын. Мальчик. Наш прекрасный сын. У тебя впереди большое будущее, сынок. Я уверен. Дай-ка посмотреть на тебя. Привет. Я твой папа, малыш. Папа. Тебе потребуется имя, верно? Мы с твоей мамой долго это обсуждали. Как тебе нравится имя?
Хорошее имя. Правда? Отлично тебе подходит. Кажется, они закончили генную проекцию. Ну-ка посмотрим, как ты будешь выглядеть, когда вырастешь. Просто вылитый я. Видишь, Кэтрин? О, какой крепенький. О. Перед тобой откроется огромный мир, сынок, полный разных людей. А ты? Каким человеком будешь ты? О, ты Джеймс. Просто... Кэтрин! Джеймс! Кэтрин! А что? Остановка сердца! Что-то... Давайте не прямой массаж! Уберите ребенка отсюда! Давай! Давай! Раз и два и... Давай! Держись, Кэтрин! Держись! Окей? Не смотри прямо на свет, сынок. Глаза заболели. К этому тебе здесь придется привыкнуть. Подойди ко мне, сынок. Ну, давай. Иди к папе. Сюда. Ничего себе! Боже мой! Едва год исполнился... А как уверенно ходит. Мама бы тобой так гордилась. Слушай, малыш, я знаю, тебе не нравится, когда папа тебя оставляет. Но потерпи минутку. Побудь тут, пока папа сбегает в кабинет. С тобой все будет в порядке, сынок. Я мигом вернусь. Ха-ха-ха! Вот так маленький исследователь. И по делам мне. Не стоило тебя запирать. Иди сюда. Хочу тебе кое-что показать. Видишь? Это была любимая цитата твоей мамы. Это из Библии. Откровение 21:6. Я есмь Альфа и Омега. Начало и конец. Жаждущему дам даром... От источника воды живой. Она всегда это любила. Ладно, пошли. Пойдем посмотрим, хочет ли твоя подружка Амата поиграть. Сюрприз! Стэнли, ты слишком быстро включил свет. Ты ослепил бедного ребенка. С днем рождения! Поверить не могу, как быстро он вырос. С днем рождения, сынок. Поверить не могу, что тебе уже 10 лет. Я так тобой горжусь. Если бы только твоя мама... молодой человек. Мне не нужно говорить тебе, что это особый день, верно? Здесь, в убежище 101, когда тебе исполняется 10 лет, ты начинаешь участвовать в общей работе. Так что вот, как смотритель, вручаю тебе твой личный Пип-бой 3000. Привыкай к нему. Завтра ты получишь первое рабочее задание. Веселись, это твой праздник. 10 лет бывает раз в жизни, так что наслаждайся. С днем рождения!
Ха-ха, твой папа боялся, что ты обо всем догадаешься. Но я сказала ему, чтобы не волновался. Тебя так просто обвести вокруг пальца. Всегда пожалуйста. Но на самом деле почти все сделал твой папа. Я просто помогала все украшать. Эй, спорим, ты не угадаешь, что я подарила тебе на день рождения? Ну, угадай. Фу, я и не знала, что тебе нравятся девочки. И ты знаешь, о чем я, не смей говорить мне грубости. Наверное, я отдам это кому-то другому. Кому-то, кому Грогнок Варвар нравится больше, чем Кристина Жадина. Неясно только, как их отличить. Ха-ха. Праздник удался? С днем рождения, сынок! Праздник удался? С днем рождения! Надеюсь, ты ценишь вклад Аматы в этот праздник. Ты ей очень нравишься, вот уж не знаю почему. Несмотря на то, что Амата моя дочь, я не позволю скомпрометировать себя как смотрителя. Я, конечно, всецело поддерживал ее усилия, но я не могу выделять дополнительные ресурсы для ее проектов. Мой долг как смотрителя — быть справедливым. Ни больше, ни меньше. Я знаю, Амата хорошо это понимает. С днем рождения! Праздник удался? 10 лет, боже мой. А ведь твой папа, кажется, только вчера пришел. Ох, не слушай мои бредни. Ты же ждешь подарка, верно? Какой ты милый, вежливый юноша. Береги этот дар, свою честность и прямоту. У нас тут это в дефиците. Вот, держи сдобный рулет. Я его специально для тебя сегодня утром испекла. И можешь ни с кем не делиться. Сегодня твой день. Внимание, внимание! Время резать торт. Эй, днем рождения, Замора! О, нет! Я просто вне себя. Я хочу есть, а этот дурацкий робот испортил весь торт. Дай-ка мне булочку, которую тебе дала бабуля Палмер. Мне твои сопли не нужны. Ты об этом пожалеешь. Посмотрим, на что ты годишься, когда взрослых нет рядом. Тебя от пап, стыда, я попросила тебя не быть таким официальным. Я понимаю, что ты шутил, ага. Но не уверена, что идея. Остальные понимают. Макароны! Развлекаешь? Глупости! Да? Было не просто сохранить все в тайне. Ну и мои выступления. Сомневаюсь, кроме того, нужно что все хотят напоминать своим друзьям, что... Нравится тебе Пип-бой, сынок? Нормально сидит? В общем-то, да. Рад, что тебе понравилось. Некоторые считают, что серия А малость примитивна, но я всегда любил их за надежность. Не стоит благодарности. О, да, чуть не забыл. С днем рождения! Не ахти какой подарок, но надеюсь, тебе понравится. Жизнь — это не только веселые игры. А, это же праздник. Узнаешь веселье. Как дела, папа, сынок? Тоже... Неплохой, кажется, вышел праздник. Для малыша. Шарики, колпаки. Не то, что моя вечеринка, конечно. Помнишь, как мой папа заставил Энди показывать фокусы? И как мы все потом играли в «Догони мутанта» в Атриуме? А, ну да, тебя же на мою вечеринку не приглашали. Какая жалость. Вот там было реально весело. Будь такой дурак, не обращай на него внимания. Я знаю. Он думает, он такой крутой? Когда-нибудь мы придумаем, как дать ему сдачи, ладно?
Ох спасибо, ты, что пришел, мой народ. Я знаю, вы можете помочь. Да, ну, если ты такой умный, то сам что-нибудь предложи. Прошлой ночью мы с Энди ее снова починили. Теперь как новенькая. Я не волновался. Ты можешь починить все, что угодно. Это был Джонас по интеркому. Мы с ним приготовили тебе небольшой сюрприз. Джонас ждет тебя внизу, на реакторном уровне. Иди к нему. Не думаю, что кто-то обидится, если ты пропадешь на пару минут. Верно. Веселишься? В любом случае, я рад, что у вас получилось. С днем рождения, девонька. Боже, надеюсь, праздник только начался. Конечно, боже мой, уже 10 лет, а я ведь помню, как помогала твоему папе менять тебе подгузники. А теперь вы только посмотрите, какие мы выросли большие, уже даже свой пип-бой есть. И знаешь, что я сделала по такому особенному поводу? Я сочинила для тебя стих, специально для тебя, надеюсь, тебе понравится. Конечно! Ну, беги, солнышко, и хорошенько повеселись. С днем рождения! Миссис Палмер, знаете, я помогаю. Все тут украшать. Правда? Все просто замечательно. Ты просто покажи молодец. Нам, какой ты умник, Олли. Так как нам себя назвать? Спасибо, что пришли. Как мистер насчет надеюсь, адских вам смотрителей? Что вы здесь делаете, молодой человек? Я думал, детям на реакторный уровень вход закрыт. О, теперь, когда тебе 10 лет, ты попусту времени не теряешь. Ну хорошо, мистер, давай приступим. Кстати, с днем рождения. Постой-ка минутку. Кажется, я слышу шаги. Ну что, хочешь получить сюрприз? Смотритель выдал тебе пип-бой. Это значит, что теперь тебе будут поручать работу. Так что я решил, что пора обзавестись еще кое-чем. Настоящее пневматическое ружье. Старое, конечно, но должно отлично работать. Джонас нашел его здесь. Было оно в никудышном состоянии. Мы добрых 3 месяца искали все необходимые запчасти. Знаешь, как трудно найти такую маленькую пружину. Хорошо, что Буч потерял свой выкидной нож. Ну, что скажешь? Хочешь попробовать? Полегче. Это просто пневматическое ружье, но это не игрушка. Пошли его попробуем. Мы с Джонасом нашли отличное местечко. Следуй за мной. С днем рождения, приятель! Веселишься, да? Эй, 10 лет не каждый день исполняется. А теперь иди и покажи мне, как ты стреляешь. Ну, что скажешь? Можешь спускаться сюда и стрелять, когда захочешь. Пожалуйста, сынок, с днем рождения. Осторожнее, это рат-таракан. Думаешь, сможешь пристрелить его из пневматического ружья? Просто прицелься и стреляй. С тобой все. Молодец! Одним рат-тараканом меньше. Ну-ка, давайте сделаем снимок на память. Запечатлим момент.
Эй, Джонас, сфотографируй нас с охотником на крупную дичь. Улыбочку. Насколько я могу судить, ты абсолютно здоровый 16-летний юноша. Так что да, ты должен пойти в класс и сдать козу. Ну, давай, тебя ждет экзамен. Нет, ничего подобного, правда. Когда я начинал изучать медицину, первым делом меня научили, как распознать воспаление хитрости у ребенка, который не хочет сдавать контрольную. Ты справишься. Ничего страшного в этом нет. Все сдают его в 16 лет. Я сдавал, ты сдашь, все сдают. И почти каждый сдает без проблем. Квалификационно-оценочный задачник администрации. КОЗА. Все в убежище сдают его в 16 лет. Помогает определить, какую работу ты получишь в убежище 101, когда немного повзрослеешь. Так что отвечай внимательно и постарайся не уснуть. Помнишь, как говорит смотритель? В убежище мы родились, в убежище мы умрем. Каждого тестируют, чтобы определить его склонности и обратить их на благо всех жителей убежища. Знакомо? Это не моя прихоть. Таковы правила. Тебе исполнилось 16 лет, так что в этом году ты сдаешь козу. Да ладно. Ничего страшного в этом нет. Его все сдают. Ты справишься. Нельзя. И уж точно не стоит задавать таких вопросов. Особенно в присутствии смотрителя. Хочу кое-что тебе рассказать. Это очень важно, так что слушай внимательно. Это место, это убежище. Понимаю, оно не идеально, но это твой дом. Тут ты в безопасности. Не переходи дорогу смотрителю. И так будет всегда. Понятно? Нужно ценить то, что имеешь. Кроме того, там снаружи творится такое, чего бы я тебе не желал. И твоя мама для тебя точно такого не хотела. Так говорит смотритель, верно? Он вряд ли кого-то еще сюда пустит. Так что, думаю, так и есть. Теперь ты здесь. И это намного лучше, чем жить там, наверху. Мы с твоей матерью хотели, чтобы тебе ничего не угрожало. И здесь ты в безопасности. Твоя мама, она была прекрасна. Но совсем не той красотой, которая бросается в глаза. Есть многое, о чем никогда не расскажут старые фотографии. И в ней было столько страсти, в жизни, в любви. Но больше всего она любила тебя. Когда она забеременела, такой счастливой я никогда ее раньше не видел. Ах, она столько всего для тебя планировала. И вот, хватит тянуть время, иди в класс. Пожалуйста, сынок, отнесись к профориентации серьезно. Не хочу, чтобы меня до смерти преследовал призрак твоей матери из-за того, что ее единственного ребенка определили в мусорщики. Береги себя, сынок. А теперь беги отсюда. И удачи тебе.
Доброе утро, Джонас. Доброе утро, док. Как дела? Ты уже смотрел на показатели? Повнимательнее. Только что проверил. Что тебя беспокоит? Я бы просто хотел держать руку на пульсе. Не вопрос. После обеда закончу отчет. Звучит неплохо. Дай знать, если что-то изменится. Доброе утро. Эй, приятель. Давненько тебя у нас не было. Сегодня большой день. День козы, да? Привет, Стэнли. Прости, что так долго. Что с тобой сегодня не так? У меня так болит голова, и все никак не проходит. Даже с таблетками, которые ты мне дал на прошлой неделе. Думаю, это из-за освещения. От него у меня глаза болят. Тебя это все еще напрягает? Ну, если надо, могу прогнать еще пару тестов. Да, было бы неплохо. Это надолго? О, это не займет много времени. Сейчас я все устрою. Сиди смирно, я скоро вернусь. Эй, привет. Лучше держись подальше. Не хватало тебе еще от меня заразиться. Ах ты, ржавая труба. Ничего, сейчас мы тебя покрасим. С дороги, дурацкие тоннельные змеи. Я покажу тебе настоящую туннельную змею. Что еще, сэр? Буч, ну когда ты оставишь меня в покое? Да она а пустое место, Буч. А что ты сделаешь, Амата? Побежишь Укажи жаловаться, ей, пап? Ты смотри, это ж заучка. У меня ща нет времени на твой дурацкий треп. Так что брысь! Самая крутая банда в убежище 101. А то ты не знаешь. В этом убежище мы у руля. Тут все по-нашему. А ты держись от нас подальше, если зубы дороги. Не твое дело, мелюзга. Вали отсюда, пока кости целы. Перейдешь дорогу туннельным змеям, пеняй на себя, ясно? Я не собираюсь выслушивать такую малявку, как ты. Сгинь отсюда, заучка! А ты еще кто такой? Ее бойфренд? Ха! Поговори еще, пацан, и мы тебя к папочке отправим, кости вправлять! Да ты шутишь! Эй, туннельные змеи! Зануде нужен еще один урок! Она Буч, думает, хватит! Что лучше... Попался? Оставь это будет не слишком приятно. Чё, крутой, да? Добавь ему сейчас еще! Сейчас другую руку получишь! Добавь Пожалуйста, ему! Пожалуйста, хватит драться! Прекрати! Это ничего не решит! Привет, Сьюзи! Мы у руля! Пожалуйста, хватит драться! Да так, добавь ему еще! Это ничего не решит! Черт его, ребята! На прошлой неделе ему зашел меня! Тебе это понравится! Добавь ему еще! Это ничего не решит! Добавь ему еще! Пожалуйста, хватит драться! Мало тебе! Добавь ему! Ничего не решит! Ладно, туннельный... Ладно, ладно, твоя взяла. Мы оставим девчонку в покое. А в вас все равно лень руки марать. Ладно, туннельные змеи, пошли отсюда. Как скажешь, Буч, ты главный. И туннельные змеи рулят. Ладно, пошли. Спасибо. Без тебя они бы не свалили, придурки. Не понимаю, почему они ко мне привязались? Видно только потому, что мой папа смотритель. Идиоты. Идите, не бегите. Итак, все в сборе. Готовы к козе? Поверьте, на самом деле все не так и страшно. Все через это проходят. Послушай, я хорошо отношусь к твоему отцу. Я бы и к тебе хорошо относился, не будь я твоим учителем. Так что вот как мы поступим. Если не хочешь сдавать, скажи, что ты хочешь получить на выходе, и я это устрою. Хорошо.
Не бойся, ты справишься. Как только все рассядутся, мы начнем. Не будем заставлять смотрителя ждать. Эй! Что? Чего ты хочешь, тупица? Сгинь с глаз моих! Заходите и садитесь, а потом начнем. Теперь, когда все добрались до класса, мы наконец-то можем начать. Никаких разговоров и даже не пытайтесь подглядывать. Да, я это вам говорю, мистер Делория. Конечно, мистер Бродч. Если поток остроумия иссяк, давайте приступим. Вопрос первый. К вам подбегает очумевший ученый и кричит. Я всажу свой квантовый гармонизатор в вашу фотонно-резонаторную камеру. Что вы ответите? Вопрос второй. Вы проходите практику в клинике. В кабинет вваливается пациент с раной на ноге, воспаленной от неизвестной инфекции. Инфекция распространяется с пугающей скоростью. Но доктор ненадолго вышел. Ваше действие? Вопрос третий. На нижних уровнях убежища вы находите маленького потерявшегося мальчика. Он голоден и напуган, но кажется, у него с собой краденая вещь. Ваши действия? Вопрос четвертый. Поздравляем! Вас взяли в бейсбольную команду «Убежище 101». Кем вы хотите быть? Вопрос пятый. Ваша бабушка приглашает вас на чай. К вашему удивлению, она дает вам пистолет и приказывает убить другого жителя убежища. Ваши действия. Вопрос шестой. Старый мистер Абернатти снова заперся у себя в комнате. Вам приказали извлечь его оттуда. Как вы это сделаете? Вопрос седьмой. О нет! Вас облучило радиацией! У вас из живота выросла третья рука. Какой лучший способ лечения? Вопрос восьмой. У другого жителя убежища 101 есть первый выпуск комикса «Грогнак Варвар». Вы очень хотите его заполучить. Как лучше всего завладеть им? Вопрос девятый. Вы решили подшутить над отцом. Вы вошли в его личную уборную, где никто вас не видит, и... Вопрос десятый. Кто, без сомнения, самый важный человек в убежище 101? Тот, кто защищает нас от суровой атомной пустоши, кому мы обязаны всем, что имеем, даже нашими жизнями. Отложили ручки, господа,
Время вышло. Это и есть знаменитая коза. Уверен, большинство из вас справилось без проблем. Что же до остальных? У ремонтников всегда дефицит кадров. Уходя, не забудьте сдать работы. Даже не спрашивайте, что случилось с теми, кто не сдал козу. Остаток дня у вас свободен, можете праздновать или молиться, в зависимости от ситуации. Слава богу, все позади. Пошли обедать. У меня есть другие дела. Вот, мистер Бродж. Надеюсь, у меня все получилось. Вам не о чем волноваться, мисс Альмандовер. Ну-ка, отличный результат. Похоже, вам дорога в администраторы. Спасибо, до завтра. Ага, учитель, у меня все. А, Буч. Признаюсь, я долго, очень долго ждал этого дня. Позволь мне насладиться моментом. Ну что ж, посмотрим. В самом деле? Как интересно. Ты меня удивил, Буч. Не думал, что открою тебя с такой стороны. Парикмахер. Кто бы мог подумать? Да вы гоните! Это вранье! Сгинь с глаз моих! У меня все, мистер Бродж, кажется. Погодите. А можно мне работу назад? Мне срочно надо изменить один из ответов. Ты только успокойся, Пол. Не сомневаюсь, тебе не о чем волноваться. Сейчас посмотрим. Может, как-нибудь без этого? Да? Точно, как я и думал. У тебя впереди карьера инженера. Поздравляю, мистер Хеннон. Вы сдали козу. О, Господи, ну слава богу. Инженер — это неплохо. Змеи бессмертные. Мама так хочет узнать, что же на самом деле мое, наука или семейная экономика? Наука? А, ну, возможно. Давай-ка посмотрим, что говорят нам результаты. Так-так, ремонтный отдел... Пока. Да? Инспектор преданности убежищу. Я-то думал, эту должность упразднили десятки лет тому назад. Кажется, эта работа как раз тебе по душе? Это гораздо ближе к истине, чем ты думаешь. Знаешь, в твоем возрасте я был таким же нахалом. Не отнесся к экзамену серьезно и видишь, где оказался. Только между нами, ладно? Весь этот тест — просто чушь собачья. Если тебе не нравятся результаты, могу подправить твои баллы, как пожелаешь. Только скажи. Эй, привет! Змеи бессмертные! Снова ты! Что я тебе говорил насчет тупого дреба, а? Не хочу подхватить от тебя инфекцию тупости! Давай, просыпайся! Давай, просыпайся! Тебе нужно бежать отсюда. Твой папа ушел, а люди моего отца ищут тебя. Он ушел из убежища. Не знаю как, но ушел. А мой отец... Он просто с катушек съехал. Я тоже так думала. Но это правда. Он ушел, а Джонас мертв. И теперь они ищут тебя. Я не знаю, кто-то из людей моего отца. Слушай, сейчас это не важно.
Тебе нужно думать о том, как выбраться отсюда. Не время для мести. Именно это я и предлагаю. Послушай, в кабинете моего отца есть секретный тоннель. Он ведет прямо к выходу. Чтобы открыть его, тебе придется взломать компьютер в его кабинете. Держи. Это чтобы открыть дверь в его кабинет. Я всегда так туда прохожу. У нас нет на это времени. Поверь мне, охрана не знает про тоннель. Никто о нем не знает, кроме нас с отцом. Может, этот пистолет тебе поможет. Я украла его у отца. Давай, возьми его и пошли отсюда. Ладно, встретимся у выхода. Берегись охранников. Удачи! Встретимся у... Двери в убежище, если... А ну, стой! Проклятье, опять таракан! Боже, ненавижу этих тварей! Снимите это с меня! Я знал, никуда тебе не деться! Кровь! А-а-а! Нет! Моя мама одна в комнате с рат-тараканами! Нет, я туда не вернусь. Там... там темно и тараканы. О, Господи, спасибо! Я не знал, что делать. Ты круче всех! С мамой будет все в порядке. Блин, мы с тобой теперь самые лучшие друзья. Эй, я знаю, что это немного, но возьми мою куртку туннельных змей. Ну же, забирай. Давай, садись и выпьем по маленькой. Говорит смотритель. Всем жителям убежища 101 просьба оставаться в своих комнатах. Нападение рат-тараканов под контролем. Не чините препятствия службе безопасности убежища. С каждым, кого обнаружат вне помещения, будут разбираться со всей строгостью. Это все. Thank you.
смотри. Всем жителям убежища 101 просьба оставаться в своих комнатах. Нападение рат-тараканов под контролем. Не чините препятствия службе безопасности убежища. С каждым, кого обнаружат вне помещения, будут разбираться. Со всей строгостью. Это все. Да откуда же они берутся? Боже, ненавижу эту тварь! Наверное, совсем вот. Без мозгов. Здесь еще есть. Ты не можешь от меня спрятаться. Ну и как тебе это, а? Прысь отсюда! Это решит. Все о, проблемы. Юный сэр, как очень здорово. Ай-яй, боюсь, вы с ним разминулись. Это кажется, тебя он вышел ищет, на поверхность. Верно? Глотнуть свежего воздуха. Это ума дело. Должен твой отец цыгана заводил. Мы с Энди тут сидели как раки на мели, это точно. Хорошо, что просто стой смирно. Твой левый стабилизатор расшатан. Я не двигаюсь. Это у тебя беспомощно трясутся руки, старик. Если... Ты дальше будешь так дергаться, я поврежу тебе оболочку. Не вини меня в собственной слабости. А что, я помню, как легко все получалось у Джорджа. Вот это были времена. У меня почти получилось. Ай, ты вообще что там делаешь? Мы должны вернуться в свои комнаты. Это же наш единственный шанс, как ты не понимаешь? Мы уйдем отсюда прямо как доктор. Я никому не позволю нас остановить. Том, осторожно! Том! Нет! Почему я? С каждым, кого обнаружат вне помещения, будут разбираться со всей стороны. Говорит смотритель. Всем жителям сейчас давать. Просьба оставаться в своих комнатах. С каждым, кого обнаружат вне помещения, будут разбираться со всей строгостью. Это все. Проклятие! Смотритель не потерпит таких выходов. Твоя и твоего глупого отца. Что, ему так нужно было взять и уйти? Нужно было всем все испортить? Тут глупый сыночек доктора. Он пытается сбежать из убежища. Не дайте ему уйти. Боже,
ничего не знаю! Подумай, Амата. Может, офицеру Маку это и нравится, но мне нет. Просто скажи. А ну, стой! Стой смирно и терпи. Проклятие! Молодой человек, надеюсь, ты пришел сдаваться. У тебя и без того достаточно проблем. Не ухудшай своего положения. Ради безопасности убежища я готов на все. Даже на то, чтобы отставить в сторону родительские чувства. Нельзя позволять чувствам управлять разумом. Но я отдаю должное твоим защитным инстинктам. Отлично. Даю слово, что Амата больше не пострадает от твоих действий. А теперь вот что. Если тебя действительно беспокоит судьба Аматы, ты поймешь, насколько опасными были действия твоего отца. Прекрати нагнетать обстановку и отдай оружие. Тебе совсем не обязательно предавать убежище, как это сделал твой отец. Пусть нас рассудит история. Из уроков мистера Бротча, которого тебе следовало бы слушать внимательнее, следует, что историю всегда пишут победители. А я собираюсь победить. Ты не доживешь до утра. Охрана! На помощь! Он тут, не дайте ему уйти. Он тут, не дайте ему уйти! Охрана, на помощь! Подожди, Джонас. Сначала мне нужно это записать. Даже не знаю, как тебе это сказать. Я надеюсь, что ты поймешь, но понимаю, что наверняка разозлишься. Я очень долго думал об этом, но в конце концов решил, что лучше ничего тебе не говорить. Столько всего могло сорваться, и невозможно предсказать, как отреагирует смотритель, когда узнает. Пусть лучше во всем он винит меня. Вероятно, ты уже знаешь, что я ушел. Я должен был это сделать. Ты уже взрослый человек. Ты можешь жить самостоятельно. Может, однажды все изменится, и мы снова сможем увидеться. Я не скажу тебе, почему ушел и куда направляюсь. Не ищи меня. Я этого не хочу. Господь свидетель.
Жизнь в убежище не идеальна, но здесь ты, по крайней мере, в безопасности. Мне достаточно просто знать об этом, чтобы жить дальше. Не хочу тебя торопить, док, но нам и правда пора. Ладно, пошли. Прощай. Я люблю тебя. Спасибо. Я говорила, что отец был сам не свой. Не знаю, что бы он еще сделал, если бы не ты. Лучше беги отсюда. Встретимся у двери убежища. Если у меня не получится, удачи тебе. Позовите смотрителя, нам немедленно нужно открыть эту дверь. О, Господи, тебе удалось ее открыть. У тебя получилось? Дверь открыта. Господи, я никогда не верила, что это возможно. Нет, зачем я тебе? Если кто-то там и выживет, это ты. Это соблазнительно, но мое место здесь. Я нужнее убежищу, чем тебе. Если я не смогу повлиять на моего отца, никто не сможет. Слушай, если все-таки найдешь папу, передай ему, что мне очень жаль. Из-за Джонаса и моего отца и всего прочего. Прощай. Я знаю, никуда тебе не деться. Что такое, а? Боишься вида собственной крови? Я еще не выжил из ума, чтобы туда идти.